Наконец-то в Киев пришла весна. Плюс 10, ребята. Офигеть погода. Вот это мужичок макулатуры себя набил. Вот бляха-муха, как мне нужно парковаться, ребята. Короче говоря, ребята, дома не получилось побыть. Приехали мы в больницу. Наконец-то в Киев пришла весна. На улице плюс 5, плюс 6. Тает снег. А это очень хорошо. Это очень даже меня радует. Еще даже через недельку, может чуть меньше, мы уезжаем в Днепропетровск на видеожару. Так что из Днепра увидимся там. Вот, а Снежка хочет купить себе юбку. Снежке уже не то что весна, у нее уже лето наступило. А это наш любимый магазин, где мы все покупаем. Это как бы не реклама, мне не платят. Но реально, у меня много вещей. Вот это оттуда, это тоже отсюда. И еще много дома вещей с зеленого комбината. Просто хорошие цены. И реально есть вкус молодежный, который лично мне нравится. Зашел со Снежкой посмотреть и сам себе купил две кофты и штаны. Ну реально там классные вещи, недорогие. А еще мы хотим покушать, а здесь капец, ребята, забито. Какой-то свой любимый салатик, Цезарь. А вот, в общем-то, наша еда. Один момент. Я заказал Цезарь Делюкс. Типа такой улучшенный Цезарь, там добавляется еще бекон. И был всегда, были всегда перепелиные яйца. Я прихожу, мне положили обычное куриное яйцо. Я говорю, ребят, что за херня? Я говорю, я какой заказал салат? Ой, а вы знаете, с позавчерашнего дня у нас уже нет перепелиных яиц. Я говорю, а вы мне это поставили, как бы в известность? За что ты раз заплатил? Типа, за то, что вы мне положили 3 кусочка бекона? 20 гривен или что? Они такие, ааа, ну что, ребята, кто так делает? Короче, взяли, поменяли мне, говорю, меняете, что делаете? Поменяли яйцо на мясо. Ну ладно, хрен с вами. Я вам сейчас, ребята, покажу королевскую посадку. На картонах, ребята. Вот так нужно сидеть, понимаете? Я так никогда не умел садиться на картоны. А чувак реально сидит по-царски. Царские картоны у него. Плюс 10, ребята. Офигеть погода. Мне сегодня вообще показывало в программе, что сегодня будет там плюс 4, плюс 2, 0, плюс 10. Офигеть. Еще на улице снег, а уже плюс 10. Просто мне нравится. Это, конечно, плюс 10 на солнце, не в тени. Но черт побери. Я жду плюс 15. В Киеве ни хрена не наступает весна. Как бы это ни обидно не звучало. Вроде потеплело, но я чувствую, скоро будут опять морозы. Знаете, вот у меня такое чувство, что зима просто сдвинулась на месяц. Она ни хрена не начинается в декабре. Она начинается где-то реально в январе. И заканчивается в конце марта. То есть 3 месяца зимы есть, но ни хрена не по календарю. Сейчас я движусь, ребята, для того, чтобы постриться. Я очень сильно зарос. Я не люблю себя вот таким вот заросшим. Это трындец, полдня волосы просто завиваются у меня. Они, ну, жопа. Их нужно стричь. Я их даже когда жестко вымываю, ни хрена не то. То есть у меня, когда длинные волосы, я начинаю превращаться в барашка. То есть, конечно, сейчас лучше, чем было когда-то, когда я был еще школьником. Тогда, если бы такое уже было, ребята, я Алла Пугачева накрученная, понимаете, к девушкам вот завивку, знаете, там делают, там волосы закручивают. Мне это не надо было, они сами заводились там. Вот, сейчас оно как бы чуть-чуть лучше, но все равно для этого, даже для этого эффекта требуется приложить усилия. Поэтому я сейчас еду, запомните вот такую прическу мою. Еду к своему парикмахеру, который меня уже стрижет на лет 15. И мне очень нравится. Я вообще никогда не говорю, типа, как мне стричь. Не прихожу, она сама, она знает, как я люблю, постригла, и я довольно ухожу. А вот, в Киеве как бы, ну, такая себе погода, ребят. Видите, все серое, все такое вот. Думал сегодня еще помыть машину, потому что днем вроде было такое чуть-чуть даже солнышко. Думаю, машина грязная, помою. Хрен там, выпал дождь. И все. Скоро мы, ребята, поедем на видеожуру Днепропетровск. Новые города. Новые, может быть, блогеры будут. Возможно, приедет мой друг с девушкой, это Виталий Зеленый. Мы с ним, помню, еще начинали, когда у нас были каналы по 15 тысяч подписчиков, мы с ним еще чат-рулетку снимали. Вот, и вот за долгое время мы с ним снова увидимся. Там пацан-красавчик поднялся, уже 100 тысяч на лайв-канале, даже у меня такого нет. А у него есть. И это большое, на самом деле. Я вот смотрю его влоги, просто молодец, старается. Вот, кому интересно, вот можете пробить в поиск Виталий Зеленый. Вот видно, что душу укладывает. И очень приятно, что он растет, потому что он реально этого заслуживает. Вот. Но я пока что буду двигаться в парикмахерскую. Скоро будут новые города. Днепропетровск,
Я говорю, что хотя бы потеплее, черт побери, потеплеет. Одесса, Харьков, и потом в начале июня будет Киев. Все билеты можно будет купить по ссылке в описании, ссылочку в описании так и быть оставлю. Вдруг если захотите побывать на видео жаре, увидеть меня, либо каких-то других блогеров, которых любите смотреть. Может быть, я вообще для вас нахрен не интересен. Ну, вы так смотрите, знаете, для разбавления ситуации. А у вас, может, есть такие блогеры, которых вы там типа аж кипятком писаете. Вот, сможете на сайте видеожара посмотреть, ссылку оставлю в описании. Ну и пойти. Я, ребята, буду лететь, потому что, ну, небезопасно с камерой лететь вот так вот по трассе. Вот это мужичок макулатурой себя набил. Знаете, не дай бог эти веревочки у него откроются. Вы понимаете, о чем я, да? Будет бумажный бум. Вот теперь мне нравится, ребят. Я люблю, когда я пострижен, я чувствую себя намного увереннее, намного, не знаю, как это чувство описать, чище, не знаю, ну, приятнее, знаете, вот когда прическу сделали, я люблю свежую голову, и теперь можно уже спокойно ехать домой. Думаю, сейчас немножко еще, может быть, заеду за суши, возьму домой, Снежке, маме, сейчас просто акция с 3 до 6, там вторая порция в подарок. Думаю, все-таки заеду, почему бы и нет. Вот бляха-муха, как мне нужно парковаться, ребят. Когда передо мной и за мной вот столько места. Ну, ребят, я влез. Вот я влез, вот в эту жопу я влез. Хотя пипец, посмотрите, как мне приходилось вообще крутиться. Мастерство. Смотрите, какие цветочки Снежки купил. Вроде бы еще даже симпатично. Еще здесь приятно, и купил еще домой суши. Короче говоря, ребята, дома не получилось побыть. Приехали мы в больницу. Вы спросите, что мы в больнице делаем? А у Снежки на сестре маленькой Софии температура 40. Сбили до 38,5. И поехали за ними, потому что, ну, хреново, согласитесь, когда температура всю ночь 40. Потом пытаются сбить. Ни кашля, ни насморка нету. Скорее всего, это какой-то вирус. И вот вечером снова было 40. Мы приехали, 38,5 сбили и привезли в больницу. Для того, чтобы понять, что делать, как лечить. Либо пусть больница вылечит. Смотрите, ребята. Ему? Собачка, которой всего-навсего день. День. Даже дня нету. Родилось сегодня утром. 12 часов. Боже, ты еще слепое. Ты еще слепое даже. Да. Сись куда тебе? Сись куда? Даю, даю, это мама, Алис. Все, 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 отдаю, 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 малыш, отдаю. Все, отдаю, отдаю. Твоя собака, согласен. Твоя, ты мамаша, иди, иди. Иди. Все, все, твое, твое. Так, что вы, мама, скажете? Вы кого кормите, да? Один день? О, да там кушают. Мамулик, у вас там сиськи присосались? Да, это камера. Вы хотите меня съесть? Не нужно. Я не опасный. Посмотрите, какое счастье маленькое. Пойте. Какое оно маленькое. Да, ты мамка. Это твое чудо. Мама ответственная, видишь, как она целует. Боже, ребят, первый раз вижу собаку. Точнее, да, щеночка, который... Ну да, это собака. Который один день, смотрите, какое чудо, боже. Какое оно милое. Твое, ты мама. Давай к титьке. Решили, в общем-то, почистить ванную. Залили средство, которое чистит именно гидромассажные форсунки. Гидрит, настолько они были грязные, от ржавчины. То есть это настолько нечистая вода. И это средство все вымило. Офигеть просто. Я в шоке, а это вообще все не вылазило, пока мы не завалили средства. Ребята, смотрите, просто почти 3 часа ночи. Снежка кушать захотела. Ну что, я просто суп не хочу. 3 часа ночи, она кушать готовит. Какой кушать после 6? Так она до 6-то и не ест. Ну как бы еще до 6 3 часа. Сейчас пока только 3 часа. О, Снежка выбила ванну. Помните, ребят, здесь вообще такая ржавчина была. Блин, ну реально теперь блестит, я вижу. Прям как у кота яички. Смотрите, а? Да вы что? Как новая.
Снеж, ты что, языком вылизывала ее или что?